Грамматика английского языка, сборник упражнений, часть 2, 5 класс. Упражнение 137, и нам нужно использовать предложение с конструкцией either or. То есть нам по смыслу надо подобрать слова из рамочки. Я пойду туда, ну сразу давайте с переводом, как у нас получилось. I'll go there either today or tomorrow. Я пойду туда или сегодня, или завтра. My brother is either at home or at school. Мой брат или дома, или в школе. Either Pete or Tom will visit Paul today. Или Пит, или Том навестят Пола сегодня. She is wearing either a red coat or a green jacket. Она носит или красное пальто, или зеленый пиджак или куртку. I don't know how old she is. She is either 8 or 9. Я не знаю, сколько ей лет. Ей или же 8, или 9. Mike wants to become either a baker or a butcher. Майк хочет стать или пекарем, или мясником. The puppy is either in the bedroom or in the kitchen. Щенок или в спальне, или на кухне. Today we'll write either a test or a dictation. Сегодня мы будем писать или контрольную, или тест, или диктант. I think I'll get either a 4 or a 5. Я думаю, я получу или 4, или 5. After classes we'll go either to the cinema or to the museum. После уроков мы поедем или пойдем или же в кинотеатр, или в музей.